Всем привет! И сегодня, да, необычное такое видео. Я вам обещал то, что у меня будут влоги. Я вам обещал, что у меня будут влоги, но не часто, как было раньше. Так вот вам влог. Сегодня мы приехали, ну, на данный момент мы приехали как бы на Балтийский вокзал, но мы идем в старый город, потому что сегодня 26 ноября поставили на ратуше в старом городе, кто знает, то знает, елку. Короче, сейчас вы все увидите, если она там есть, если нас не обманули. Короче, погнали. Короче, сейчас мы пойдем выше к МНМ. Да. Пошли. Это Томпе. Ой, это же Томпе, да? Ну типа возвышенность. Ну короче, снимай не. Я снимаю. Нормально снимай. Нормально снимаю. Если что. Сейчас. Короче, видите вот этот вот ковид, вот этот вот. Вон там вот COVID-19. Так вот это, короче, там вакцинируют и проверяют тест на корону. Экспресс-тест. Если у вас есть подозрения, конечно. Я забыл слово вагончик. Я забыл слово вагончик. Зачем? Почему? Я себя чувствую кринжово почему-то перед людьми. Я же обычно снимаю где? В парке, где, в принципе, нет людей. Да, вот, я снимаю обычно же в парке, где нет людей. Потом я снимаю где еще? Ну, там, короче, где нет людей. Но сейчас мне страшно и кринжово. А особенно мне страшно, потому что сейчас по городу ходит полиция и проверяют. Но надеюсь, нас не засудят ни за что. Ну, типа просто ходим и снимаем. Покажешь мне это место. А, значит, мы сейчас идем уже. Можно сказать, что мы уже в старом городе, потому что мы уже в старом городе. Мы идем, и тут мы вспомнили, пока меняли аккумулятор, который разряженный. Короче, у меня два разряженных, но это не важно. Так вот, Орел и Решка, тут же были Орел и Решка, кто смотрел эпизод, сейчас вот. Короче, ссылку я оставлю в описании на эту, ну, на эту передачу, посмотрите, если вам интересно. Вот. Здесь, в Таллине, в старом городе, где-то запрятаны $100. И мы хотим проверить. По-нашему это 87 евро и несколько центов. И мы хотим проверить. Правда это или миф? То есть правда ли Орел и Решка ложат настоящие деньги в бутылке, где-то прячут ее? Сейчас мне оператор скрытный покажет это место, потому что он знает это место. Я как-то просмотрел этот фрагмент, типа, ну короче, сейчас проверим. Миф. Это... Да, вот. Да. Фу. Короче, мы идем сейчас к Толстой Маргарите. Знаете, тот, кто живет в другой стране или в другом городе и не знает, скорее всего, тот человек, который живет в другом городе, знает про старый город. Но если вы живете в другой стране, не стороне, а стране, то...
American. Короче, тот, не знаю, не все знает про старый город. Знаешь, что он красивый, потому что видел, наверное, по карте. Короче, это капец. Он это, его. Ого. Майл Мистерио. Не надо прочитать, кто будет нам там поставить. А что это такое? Нет. Может, это секретная какая-то база. База общества старого города. Знаешь, они в старом городе прячутся. Некоторые правительства. Ты снимаешь? Да. Там машина. Это первое, а второе у нас в старом городе находится Ригикогу. Это наш парламент в Эстонии, в котором заседают 101 депутат и президент. Вот. Так, есть там маргарита, интересно. Там уже скоро будет. Так, что у меня, давай я тебе подвинемся, а наверх. Вот туда. Ну, так мы туда идем. Господи, ребята, посмотрите на этот дом. Это же ужасно. Какой он заброшенный просто. В нем уже точно никто не живет. Это просто... Ладно. Стремно. Все. Ладно, давай. Короче, ребята, тут мы уже пришли к этому месту. Это не у Толсы Маргариты. Это, в принципе, рядом. Ну, короче, это здесь. Покажи местность. Вот эти кусты, в этих кустах, где-то спрятана бутылка. Мы сейчас ее будем искать, но я не знаю как. Слышь, Грюха, давай посмотрим видео, а? Чего? Давай посмотрим видео, где немножко под конец уже. Го. Сейчас мы посмотрим видео и... Скажем вам, нашли мы или нет, все, давай. Короче, сейчас мы пришли к этому месту. Покажи вот эти кусты. В этих кустах, если вы смотрели и видели, хотя я вам показывал сейчас этот кусок, они спрятали здесь бутылку. Ну где-то вот здесь. Ее здесь нет. Либо они просто засняли, положили эту бутылку и типа ушли. Либо его уже кто-то забрал. Ну, потом выключили камеру и забрали эту бутылку. Хотя, в принципе, если так подумать, зачем им отдалять, так сказать, людей от себя, если у них все равно будут... Они, наверное, думают, что у них рейтинги тогда будут падать. Что я сейчас сказал? Рейтинги будут падать тогда на этой передаче, потому что они людей обманывают. Я думаю, что кто-то уже все-таки был такой, кто забрал. Потому что когда была выпущена передача? Правильно. Когда мы пришли? Правильно. Ну, поэтому уже, в принципе, удивляться нечего. Сейчас мы пришли к Вирусским воротам, хотя мы рядом были, поэтому далеко не пришлось идти. Мы проходим в Макдональдсе. А так хочется пожрать. Смотрите, какая здесь красота. Господи, здесь, наверное, вечером будет очень красиво. Тут полностью муравейник, если так с высоты посмотреть. Люди смотрят, людям интересно, правильно, скоро... Уже через месяц. Мартан, знаменитый бык. Это не бык, это корова. Дорого. Уже через месяц. Через месяц. Новый год. И это очень круто. Я уже готовлюсь, между прочим. У меня скоро видео, где я украшаю студию. Ну, я обещал уже. Обещание надо выполнять. Я много чего обещал вам. Да, забудьте. Про то, что я вам обещал тогда еще давно. Потому что эти видео, они не вышли не из того, что я просто не лень монтирую. Я их монтирую, но они кринжовые получатся, поэтому я их не буду выставлять на все общее обозрение. Так для себя. Короче. Кстати, ссылка в описании есть на мой ТикТок. Там я снимаю прикольные видео. Стараюсь снимать прикольные видео. Зайдите, оцените. Ну, после этого видео, когда досмотрите это видео. Я уже чувствую. Брат, ты глянь, Дед Мороз, это Санта-Клаус, большой Санта-Клаус. С дудкой. Они, да, у них всегда с
сувениры подходят. Для фильма. Я хочу этого оленя. Там что там, жопу что ли? Мальчик, который типа наезжает елку. Отличный кадр. Фух, его женюшка за ЕЕ. О, вот она! Типа... Только в этом году какая-то другая елка, не такая высокая, как была. Все равно, братан, глянь. Все, братан, мы тебе на ярмарке. Карусельки. Только в этом году что-то как-то ярмарка. Ну, не так, такая. Как раньше. Атмосферная, как раньше была. Потому что сейчас станция Дмитрия, что такое. Но лучше, мне кажется, сюда приходить вечером, когда тут все светится и все очень красиво. Кстати. Вы уже все увидели. Короче, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.